Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте на странице 37 выполним задание под номером 2. Мудрая черепаха предлагает тебе задание. Напиши римскими цифрами, к какому веку относится каждый факт из истории русской культуры. Открытие Московского университета. Великий ученый Михаил Васильевич Ломоносов много сделал для развития образования в России. По его предложению в 1755 году был открыт Московский университет, который по праву носит имя Ломоносова. 1755 год – это... XVIII век. Начало книгопечатания относится к XVI веку. Создание повести временных лет. Это тоже XVI или XVII век. Издание букваря Кориона Истомина – это XVII век. И открытие Академии наук. XVIII век. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.